Привет, друзья! Сегодня я буду делать токарный станок на основе ручной дрели. Из подручных средств. За основу я взял фанеру. Делаем отверстие для перемещения задней бабки. Это будет крепление для дрели. Я не стал забивать чопики, а просто заполнил пустоты горячим клеем. Собираем заднюю бабку. Делаем подставку под шлифовку. Это у меня подручник, конечно, коротковат вышел. Впоследствии я сделаю себе более длинные, под длинные заготовки.
Попробую изготовить резцы, как раз для этого станка. Ну вот что вышло. Я в принципе доволен.
Целую неделю в свободное время я возился с этим станком, а наконец его закончил. Ну а на сегодня все, друзья. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч. Здоровья вам и вашим близким.